действует. Я, короче, понял, стреляю, и у меня звук еще остается секунду. После того, как я перестал стрелять, блядь. День, ёпта. Зайдет сторожевой пес союзника. Сейчас союзники проведут бомбовый удар. Фантастит. Здесь ящик с наркотиками. Опорный пункт здесь. Захваты готовы. Ого. Малыши вышли на охоту. Вот нам идут боевые цели. А, я да я. Я вижу. Опорный пункт у нас. Ящик проходит на сектор. Они убили маленького. О, собаки, блядь. Нормально. На дружбан держу, блядь. Союзники стреляют из миномётов. We need FP to hold. Блядь, 21 килл подряд был. 21 килл. 4 оставалось. Беда. Внизу где-то тихо. Бежит на Б, блядь. На Б кто-то есть. Откуда? С улицы залез, по-моему. А, да-да-да. Одна собака, её не могу вызвать. А, ну значит, кто-то у тебя бегает, конечно. Да, вон они лают внизу. Знаешь, тебе пока нельзя их вызвать. Импровизация придает вкус жизни. Сторожевой пёс! Мы их найдем. Союзники стреляют из миномета. Как с такими играть, блядь? Свирепость. Ядерку набивай, свирепость, блядь. Блин! Чё? Я не знаю, сколько я подряд убил, блядь, но там больше было, 20, блядь. 25, ядерка.
За тобой, Жень. Да я убил, блять, еще один. Там их трое. Это, если что. Ни одной. У них тип в контейнере крысит на Б. Его бы надо было убить. Там сидит, блять, на Бена. Только я возродился, и сзади меня респает человеком. Вперёд, вот так это. Я тебя вижу. Внимание! Союзники открыли минометный огонь! Сейчас я там минометы положу. Да они, нет, ты уже, короче, на точке, наверное, не клади, ты видишь, они. А наши, блядь, там просто живут, надо. Они, смотри, кого-то ебал. Thank you.
Внимание! Я вообще ни секунды, короче. Открыли минометный огонь! Не было. Я такой крыса.